Леди. Друзья, всем привет. Ну вот Яна начинает наблюдать за леди более активно, потому что дни приближаются. Плюс она ее потрогала. Она говорит, надо начинать мерить температуру леди. Блин, ты меня напугал. Ишь ты, попочку ее побеспокоили. Так, сейчас узнаем, что с температурой. Будем уже ждать, начинать. Или, может быть, просто нам так кажется. Не рано. Нет? Рано? По поведению пока вообще не видно ничего. Значит, ложная тревога. Сейчас я точно скажу, что дождемся результата. Высокая, все нормально. Высокая. Никто не рожает. Уже высокая. Ну ладно, значит, будем ждать. Леди, нам так интересно, но ты лучше поноси подольше, чтобы все было вовремя. Щенков хочешь прощупать? Попробовать. Шевелится? Леди. Ты расслабишься или нет хоть на секунду? Нет, она не расслабляется. Есть там у тебя вообще кто-нибудь? Не пугай. Так маленький живот. Маленький, да. Был больше, кстати, казалось. Не, ну живот есть. Я вам только что сказал, говорит, наверное, там один или два вообще щенка. Что поделать? Может... Шевелится. Шевелится? Mm-hmm. Ну и хорошо. Там, похоже, делал еще один. Думаешь, один? Просто крупный? Один. Пока что чувствую, что только один. Если один... То это может быть кесарев? Он может переносить. Mm. Блин, мне так не хочется такого сразу же опыта нехорошего. Ну, один или два. Mm. Больше. Что такое, Лет? Че за фигня? Проблем больше, когда мало щенков, да? Ну, в родах, да. Чем особенно... меньше щенков, тем больше проблем. Особенно, если один, это хуже, чем много. Лучше, когда средненькая, да? И девочки легко, и пузо небольшое, и рождаются все как надо обычно. Для них средний это типа там 3, 4, 5, 6? 4, скорее всего, средний. Mm. Ты же ее мыла, уже запачкалась. Ну, глазки всегда надо чистить каждый день, ты чего? Такие собаки. Глазки же каждый день чистить надо, да? Так, что-то здесь за колтун мне показалось, но... Вроде никуда уже не ходит, куда колтуны стриглись? Почему она же по траве-то гуляет, почему не ходит? Вон, пожалуйста, уже собрала мне это семя. Леди. Ты рассчитывал побольше делать, не в щеночках получишь. Повеселее было? Да. Ну, я тоже хотел кучку, красивую кучку вот таких вот они маленьких. Такие они такие милые. А главное сейчас родиться по окрасу какой-нибудь там один черный и все. Вообще будет неинтересно. Мы хотели все четыре разных окраса посмотреть в жизни, да, я? Не, понимаешь, что ты хотела всех таких? Мне только два окраса. Да, я знаю, что тебе только два нравятся. Да. Которые у нас и есть, да? Да. Но все равно посмотреть на других тоже интересно. Их ты! Леди, блин! Что смотришь? Скажи, так должно быть. Кто смотришь? Что ж такое-то? Что-то не повезло. Ну да, тем более первый раз. Может, и риска поправит положение. У нас тоже, наверное, в этом году будет ввязаться. Мам, мы куда гулять? Да, такая. Ну, а что я тебя выпущу? Давай погуляем, скажи. Вот хорошо. Друзья, вы только посмотрите на эту наглую морду. Ну, почему ты живешь в моей кровати? Я спать ложусь. А ты тут обнаглевшая такая. Где твой животик? Небольшой животик. Ну, пара щеночков, да, у тебя там? Пара? Мне очень интересно, сколько. Покажи нам животик. Надо поймать момент, когда она спит животиком кверху.
хорошая, спокойная девочка. Совсем другая собака. Полное отличие от Були. Максимальное отличие от Були по поведению. Я сегодня прилег на кровать посреди бела дня. Она мне на живот запрыгнула, и мы так и уснули, как кошка. Були это невозможно. Так что очень приятное ощущение от кавалерчиков. Особенно, когда они поодиночке. Когда вдвоем они суета. Две моих быстрых стрелы и леди Ириска. А по одному такие спокойные. Как раз огонь. Ладно, друзья, ложимся спать. Ждем роды, скоро должны начаться. Нет, вы только посмотрите на эту морду. Спит и даже не смотрит на меня. Смотрит. Ладно, не буду ее тревожить, что-то она прям совсем уснула. Так, друзья, Яна пришла к нам. Мы здесь с леди. Ждем роды. Смотрите, что Яна сделала вчера. У нас свинья была, и в нашем дегидраторе вот такие кусочки. Покажи этот кусочек. Они такие прям воздушные, такие прям... Это легкая. Легкая, легкая, понятно. О, она перепрыгивает в вольер. Ой, мам, скажи, это мне? Класс. Блин, это, конечно, вкусно. Они так аппетитно выглядят, кусочки. Так что у нас пока аппетит отличный. И мы ждем пока. И живот опустился. Живот как будто, да. Совсем не видно живота. Леди нам решила одного щеночка родить. Только не завтра. Завтра Яне надо ехать в ветеринарную клинику с большим количеством собак. Поэтому не хочет, чтобы она завтра рожала. Вот если она начнет рожать, когда Яны не будет, будет приключение. И Яны не будет. И Яны не будет, они вместе едут. Ну, поживем, увидим, что поделать. Ну вот, друзья, прошло еще 2 дня. Пока роды не начинаются, ничего не происходит. Леди живет совершенно обычной жизнью, как будто даже ничего не подозревает. Мы за ней наблюдаем. Причин для переживания и паники нет. Это не пули. Все должно начаться в свое время. Мы должны все это заметить, увидеть. Так что, надеемся, так и будет. Мы будем продолжать наблюдение. Очень уже, конечно, хочется узнать. Животик маленький такой же. Один, наверное, щеночек там. Может, 2 в лучшем случае. Ну, давайте запасемся терпением и еще подождем несколько дней, а может быть несколько часов. Очень интересно, что будет. Ну вот, друзья, ложусь спать в очередной раз. Посмотрим, что нам новый день принесет. Может быть, завтра мы родим. Ну вот, друзья, у нас новый день, ничего не происходит. Леди спит то у меня в кровати, то в своем гнезде. Все у нее замечательно. Ждем роды, пока их нет. Нету, так сказать, нету. Рыженькая. Рыжулька. Сразу заводится, как я ее снимаю. Невозможно с тобой. Невозможно. Веселушка. Ну вот, друзья, у нас новый день. Леди спала, как убитая. Только я взял камеру, сразу же соскочила. Опять никаких изменений нет. Так, друзья, к нам в комнату пришла Яна. И сейчас она будет замерять ей температурку. Уже... Яна, мы считаем дни, нет? Нет. Но где-то мы находимся в районе 60-го дня? С какого дня считаешь? А ты с какого считаешь? Я с 1-го. И что? С 1-го 65-й. А, да, так? Да. Стой. А с последнего? 61-й. А, так то есть она уже прям сегодня-завтра должна рожать? Да. Стой спокойно, не брыкайся. Что там у тебя попка-то? Ну что с температурой, Ян? Пока не рожаю. Ой, как красиво она к тебе тянется. Здорово как. Мама, скажи, я по тебе соскучиваю. Ты такая пережила синус, а у тебя попка перекармливает. Перекармливает? У тебя попка перекармливает. Ты перекармливаешься, ты ее сама я кормишь. Я жирная стала. Я тебя худела, попку тебя раскормила. Друзья, Яна клевечет, потому что я ее вообще не кормлю, она сама ей приносит корм. Ты такой жирный, жирный. И она просто придумала, как бы меня обвинить. Как рожать-то будем такие толстые? Да ты сегодня ее не корми. А я сегодня не кормила. Да, я думаю, что она ходит, все ищет для поесть. Я же уехала практически сразу. Куда я кормлю? Лен, дай глазки почищу. Дай каки сниму с глаза. Нам пришел хайпоник для чистки глаз. Будем пробовать. А масло нам никто не отправил?
Масло вот как-то... Послесевое. А, надо им ответить, да, давай. Это все-таки... А то мне врач сказал, надо. Да, нам только Никон компания, которая прислала нам корм тут, который с чесноком еще был, что у них есть производство этих масел. Давай попросим масло. Лосося. Сладочки-то, по-моему, уже идут. Правда? Матка твердая. О! Да? Что, сегодня ночью будем рожать? Класс! Мы сегодня увидим нашего первого кавалерчика-щеночка. Второго не увидим? Ну, вдруг они вот такие. Ну, вот такие. Как мышата. Как хомячата. Ну, все. Замилованилась вся. Да, у меня схватка идет, я чувствую. Да? Угу. Скоро рожать не будет. То есть сегодня сейчас у нее глаз да глаз? Да. Все. Молоко-то пришло? Молоко пришло, не пришло. Ну, а все. Молоко. Все, мы рожаем. Готовимся. Готовимся, ура! Леди тоже рада. Леди тоже рада, что она скоро рожает. Так, друзья, у нас утро нового дня, ничего не изменилось. Похоже, что, может, не схватки были, или так медленно начинается все. Но пока ничего нового, продолжаем ждать. Леди спит. Ну вот, друзья, мы с Леди на улице. Видите, отлично бегает, хорошее настроение. Как будто ничего не собирается и рожать. Все у нее хорошо. Пойдем, Леди, проверим ириску. Пойдем. У нас там же ириска, подружка. Подружка моя, скажи. Подружка. Давайте через клеточку посмотрим здесь. Через решеточку. Привет, подружка. Ты как? Да нормально. Как у тебя дела? Да вот, жду роды. Ириска такая, ты когда ко мне вернешься? Я без тебя скучаю. Лед такая. Ну, делай все дела и вернусь. Пообщались. Все, пошли. В ожидательную комнату. В ожидательную комнату пошли. Все, давай домой. Домой, 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 домой. Так, друзья, к нам Яна пришла на проверку. Сейчас все осмотрит, всех ощупает. Градусник. Потому что на самом деле уже понятно. Она говорит, что один щенок легко переносить, по идее. Уже 63-й день. 62-й. 62-й. С последней вязки. С последней вязки. 66-й с первой. Значит, все-таки, видимо, была в первую, в последнюю вязку оплодотворения, раз так дело пошло. Нет, температура еще не правда. Стой спокойно. Попробуй. Так что, может, и не сегодня? Ну, я надеюсь, что сегодня. Хотелось бы уже, чтобы этот вопрос решился, а то... Ходим, наблюдаем за ней. Непонятно. Ладно, ждем, друзья. Ты как не лезешь-то? Че лапа мокрая? Где ты ее замочила? Написала нигде? Воды может подтекать начать. Может, воды действительно вроде не должно быть у нее мокрой, ни от чего. Там нигде тебе не вымыло на кровати? Ну, вот на кровати есть пятнышко какое-то. Я уже не меняю белье, потому что все в шерсти. Ложусь спать, одна шерсть. Ну, ничего не поделать, не могу же ей запрещать прыгать на кровать. Ну, пузико побольше стало, да, с момента пасынка, когда первый раз мы ее сюда перевели. Трогаешь, двигаются ли щенки? Расслабься ты. Все нормально. Чего ты такая напряженная? Не расслабляется ни на секунду. Не дает потрогать живот. Расслабься ты. Ну, что чувствуешь щенков? Нет,
она напряжена? Да она вообще, только начинаешь говорить, она сразу хвостом видать подпрыгать, ее невозможно снимать, знаешь, так, втихаря. Пока она не расслабится, я ничего не почувствую. Ладно, давай посидим, помолчим. Бесполезно, не расслабляется ни секунды. У меня живот напряжен. Защита, понятно, но руки обычно расслабляются. Дают прощупывать. Я даже не шевелю руками, просто обхватила живот. А в тот момент, когда она пузом кверху лежит, подойдешь, она сразу подпрыгивает. Такой темперамент. Не хочется, чтобы трогали, скажи. Зачем, скажи, его трогать, да? Угу. Зачем, скажи, мой животик трогать? Давай-ка, скажи, мой животик. Ну что, пришла опять проверять? Захожу в комнату, она сидят уже, обнимаются. Друзья, кому интересно, что у Яни на теле приклеено, это на канале Яна и Гоша. Переходите, наш второй канал, там все рассказали. Ну все, все, все. Ну что, какая температурка? Все нормально, ждем. Ждем. Ну что, твой прогноз сегодня? Не знаю, не могу прогнозировать. Так, друзья, очередной осмотр от Яны. Очередной замер температуры. Мне кажется, это самое долгое ожидание родов. Мы уже день пятый здесь, или шестой, или седьмой сидим. Но ничего не происходит. Собачка веселая, счастливая. Бегает, прыгает. Как будто у нее все хорошо. Все, успокойся, леди. Ну, только не надо завтра утром начинать это все, ладно? Ты завтра занята? Ты завтра в клинику ехать? Она, похоже, ждет завтрашнего утра. Ты прям чуешь? Ну, чё? Высокая. Нету падения, да, пока? Ну, пока нет повода для беспокойства. Надо ждать, да, Ян? Ждем? Что? Ложись. Я знаю, что ты вредная противная собака. Лежи. Что-то, друзья, все-таки Яна начинает беспокоиться, так все посмотрела. Да, лежи ты спокойно. Говорит, что что-то уже ей не нравится, как все происходит. Возможно, нам придется сегодня ехать в ветеринарную клинику, чтобы уточнить. Так, друзья, ну начинаем беспокоиться, потому что что-то уже начинает все затягиваться. Я еду в ветклинику. Ветклинику поешь? Ё-моё, всё-таки я что-то потрогала, посмотрела. Говорит, что надо ехать в клинику всё-таки. Блин. Что за фигня? Так, друзья, тут Аня пришла, пока Яна собирается в клинику, уже щенка она чувствовала. Сейчас что-то, может, достанет. Ну и дела. Сейчас родит. Сейчас родит. Говорит, ничего себе, сейчас Аяну позовём. Вот это дела. Недощенок. Недощенок? Да. Что-то плохо, да, все? Ну, замерзший. Замерзший? Жаль. Зови Яну.